Короче, у нас дома стоял арбуз, который никто не ел. И Софа решила сделать арбузный смузи. Только я не учла, что арбуз никто не ел, потому что он начал портиться. Теперь у нас в холодильнике вместо 2 килограммов арбуза стоит арбузный смузи. 2 литра. А приятным бонусом к этому всему мы имеем полностью обосранную кухню. Арбузный смузи. Life, love,